Песня играется в дропе D, то есть шестая струна опущена на один тон вниз. Что ж, давайте приступим к разбору первого рифа. Играется два оглушенных удара на шестом ладу, открытая струна. Потом пятый лад, пятая струна, один удар. Потом один удар на шестой струне оглушенный, седьмой лад на пятой струне, один удар, два удара оглушенных на шестой струне открытые, это все открытые на шестой струне, один удар на пятой струне, восьмой лад, и один удар на шестой струне. И четвертая струна, пятый лад. Один удар. То есть вот что должно получиться. После этого играется опять же один удар оглушенный, шестая струна. И на пятой струне играется восьмой лад, седьмой, третий и пятый. То есть вот как это должно быть медленно, если сыграть. Продолжение рифа почти такое же, только там играется четвертая струна не на пятом ладу, а на седьмом. То есть два удара оглушенных, шестая струна, на пятой струне пятый лад, потом опять оглушенная шестая, пятая струна, седьмой лад, два удара на шестой, восьмой лад, один удар оглушенный на шестой струне. И тут играется седьмой лад. Опять же, после этого оглушенный удар на шестой струне. И на пятой струне восьмой, седьмой, третий, пятый лад. То есть ах да, чуть не забыл, чтобы перейти к следующему рифу, в конце первого необходимо играть не пятую струну на пятом ладу, а открытую шестую и пятую струну. То есть второй риф начинается вот так. То есть делаем три оглушенных удара по шестой струне, еще три удара и еще один. То есть получается. Потом зажимаем восьмой лад, пятую струну, делаем оглушенный удар шестой и зажимаем
седьмая лап, пятую сторону. То есть получается. Опять после этого играем тех 7 ударов, то есть 3, еще 3 и 1. Зажимаем 10 лад на 5 струне. Опять оглушенная 6, 1 удар. И 8 лад, 5 струна. То есть получается. Опять делается 7 ударов, 3, еще 3 и 1. Зажимается 6 и 5 струна на 8 ладу, потом на 7 и на 5. После этого играется 6 струна на 7, 5 и 3 ладу. И заканчивается это открытой 6 и 5 струной. То есть, как это медленно будет. Продолжение рифа. То есть опять играется 7 ударов, то есть 3, опять 3 и 1. Опять 8, потом глушенная 6, 7. После этого играется 5 лад, 5 струна, 8 лад, 5 струна, опять 5 лад, 5 струна и 7 лад, 4 струна. То есть должно получиться. То есть вот продолжение рифа. После этого делается 2 удара по 6 струне, потом 3 удара и еще 1 удар. И опять играется 6-я, 5-я струна на 8 ладу, на 5-м, ой, то есть на 8-м, на 7-м и на 5-м. То есть вот как должно получиться. После этого играется 6-я струна 7-й лад, 5-й лад и 5-я струна 8-й лад. Как вторая часть рифа будет звучать медленно. И последний риф, который играется на припеве. Делаем 2 удара по 6-й струне, потом 5-я струна, 5-й лад, 6-я струна, 5-я струна, 8-й лад, потом опять 6-я, потом 7-й лад, 4-я струна, опять 6-я. 4-я струна, 5-й лад, опять 6-я, потом 5-я струна, 5-й, 8-й лад, 6-я, потом 5-й лад, 4-я струна, опять 6-я, и
седьмой лад, четвертая струна. Вот что должно получиться. И продолжение этого рифа играется почти так же, только в конце играется не седьмой лад четвертой струны, а пятый лад пятой струны. То есть... Как звучит риф полностью? Если тебе понравилось видео, поставь лайк и подпишись. Скоро будут новые разборы.